чемпион и обладатель Кубка за «Спартак», когда я играл. В общем, все, что... Да, заканчивал карьеру, ну, я так, краткую справочку. Играл за «Шинник» Ярославль, когда уже заканчивал карьеру. И жизнь связала с городом Иваново. Нам посчастливилось сегодня, да, что у нас такая возможность, надо ценить такие встречи вообще. Поэтому слово хочу вот Константиновичу. Да, я хочу вас немножко вдохновить вообще, так сказать, на будущее. Все мы были такими же маленькими, как и вы. Я родился здесь, в Москве. Есть такая Шуховская улица, если кто-то видит, вот башня такая, вообще, так сказать, телевизионная, не новая, которая вот в ВДНХ, а в районе вообще Шаболовки железная такая вышка стоит, высокая такая. Вот на этой улице я родился. Я хочу вас вдохновить, чтобы вы никого не боялись. Но для этого нужно, конечно, трудиться вообще, так сказать. Как я вообще, так сказать, занимался во дворе, никто меня не учил футбол, я все время смотрел вообще, так сказать, где кто играет, я всегда вообще, так сказать, наблюдал и хотел что-то перенять для себя, потому что не все берется вообще, так сказать, что ты видишь, а то, что тебе подходит вообще, так сказать. Поэтому тоже не забывайте, вдумчиво смотрите все игры вообще, так сказать, и что-то себе вообще выбирайте. И слушайте тренера, чтобы вы росли вообще, так сказать, и так далее. Мне не повезло вообще с тренером, но вот повезло вообще с окружением, с кем я играл. Ваш тренер привез сюда, чтобы посмотреть вообще, так сказать, в каком вы состоянии находитесь вообще, так сказать, как команда. И каждый из вас отдельности. Так что не бойтесь ничего вообще, но нужно быть смелым вообще, так сказать, решительным единоборством всегда. Чтобы ваш, вообще, так сказать, игрок побеждал вообще. Вы не вырастите вообще хорошего футболиста. Поэтому, вообще, так сказать, сюда намотайте, вообще, так сказать, и всегда бороться нужно. Не нагло, не грубо вообще, а нахально. Нахально, вообще, так сказать, бороться за мяч, чтобы завладеть им вообще. Как я это подсматривал всегда вообще, и потом переносил вообще, так сказать, на свою игру. Вот, и я совершенно случайно попал, вообще, так сказать, играл. Пришел, хотелось, конечно, за клуб какой-то выступать. Вот, в наше время очень много было клубов.